Решил показать Марсику детишек, пока мир гуляет. Думаю, какая же реакция будет. Ну, иди посмотри еще. Иди быстрее. Не фыркай, ты разбудишь. Детей разбудишь. Ты пришел в гости посмотреть. Ты ж нянька будешь потом нянчиться. А на кого ж мы? На кого мы всех четверых повесим? На тебя, конечно. На тебе, на Лирика. Жорик будет. Пошли. Выходи. А, ты ж просто так не видишь. Жорик будет на розовых подушках лежать. Кто-то же должен лежать на розовых подушках. Как неудобно скользкую сосиску резать. Она, гляньте, в пленке, тортельку. Очень неудобно. Просто вы не представляете, земляне, как это неудобно. Да еще и пленка. Пленку надо убрать. Ну что, посмотрел детишек? Все, пошли теперь. А он чуть не ручную еду не съел. Прибежал. На, заходи, Мирка. Мирка. Гуляла, аппетит у тебя хороший, а я вон, видите, чашку с ее едой поставил наверх от Марсика, убрал. Ну это потом. Ешь, 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 нету колбасы никакой, я никому ничего не давал, никому. Ты не думай, то ей сейчас колбасы дай, она и кашу не будет есть. Знаем мы это. Мирка. Все. О, следы преступления. Не, не преступления, а следы события. Преступление – это когда что-то противоправное. У нас все по правилам. Я приготовил маслечко и себе бутерброд сделаю. У меня сын угостил икрою. Ну, раз в год он мне позволяет. Балует. Вот баночка икры. Вот батончик. Это такой мой новогодний подарок. Где-то он достал, ездил в Краснодаре. Видите, настоящая черная краска. Но это мне за все мои хлопоты, за все мои бессонные ночи. Маленькая такая радость. Сделаю бутербродик. И съем.
сухарики. Я люблю макароны с сухариками. Ну, настучу их молоточком, в крошечки превращу и потом посыпаю макароны. Такая вот у меня с детства страсть — макароны с сухариками. Я еще когда маленький был, ко мне приезжал друг с Питера. Вот, Миша Коломейцев. Бабушка Мария Сидоровна, она жила напротив нас, угощала его макаронами и посыпала их сухариками. А я смотрел, как он ест. Ну, мне не предлагали, я просто как-то стеснялся попросить. Да и, ну, знаете, ну, он ест, да ест. На улице тогда тепло было, она вынесла и угощала его. Ушла, а он случайно уронил одну макаронинку. Ну и не заметил. Потом, когда ушел, я поднял эту макаронинку, съел. И такая она вкусная мне показалась в сухариках, что после этого я просто теперь вот эти сухарики буду делать. Вот так вот накрошу и посыпаю. И буду посыпать макарончики вот такими вот. Вкус детства. А это вкус зрелости. Вот так. Вот это ты вскочила, Мирка. Вот это ты прыгнула. А тут и достала недалеко. Я не ожидал такой прыти. То сейчас вот эти все бутербродики оказались бы у Мирочки в животике. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Не подумайте, что я хвастаюсь. Нет, я просто хвалюсь. Хвалиться и хвастаться – это разные вещи. Я, ну, могу позволить себе раз в год съесть бутерброд с икрой, потому что сколько я всего сделал в этой жизни. Одних тяпок, наверное, миллион, а может и больше. Почтовых ящиков, заборов, ворот, машин сколько отремонтировал. Да вообще, если все перечислить, могу себе позволить. Так что это не хвастовство, это просто каждый может, кто знает цену труду и не лежит на диване, потягивая пивко, может себе позволить раз в год, а может и чаще, бутерброды с черной икрой. Ну и еще скажу, что если ты поделишься едою с кем-то, она станет в два раза вкуснее. Мирка, первый раз ты запрыгнула, так лихо. Ладно, конечно, я с тобой поделюсь. Аккуратненько. Только быстро не ешь, надо под язычок. Она точно, знаете, она быстро и не хочет есть. Ну, это мне осталось. Ну, как мне? Пойду, да с кем-нибудь еще поделюсь. Вообще-то икры мало, поэтому лучше с Мирочкой. Это ей за ее щеночков. А это Александру Доку за то, что у нее есть Мирочка, у которой есть щеночки. По скриптум. Когда я уже начал допивать чай, я вспомнил, что у меня есть ножичек, и что этим ножичком можно порезать бутербродики на мелкие кусочки и угостить не только Мирочку, но и у нас еще же есть там... На, Мирочка, тебе еще, но тебе... Вот ты как культурненько ешь. И круто, видите, как есть? Это тебе двойная порция. Потому что они как бы пассивные участники нашего события. А ты у нас активный участник. Ну, пойду, земляне. Поделюсь с братьями нашими меньшими. За них, Макарыч, Масику. Эй, Жорка, Масик. А где Лирик? Лирика теперь еще будем искать. Лирик, о,
Вот вам под новогодней елочкой. Только меня за пальцы не кусать, слышишь, Насюха? Культурно, очень культурно. Я смотри как буду давать. Как же вам дать? Да не прыгай. Ну это же икра. Это за Миркиных деточек. На, Лерочка. Опа. Вот, Лерочка, все. Икра упала. Икра. Жалко, подлезал. Так, быстрее. На. Во. И тебе. Все, вот. Икру, 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 облизывай. Самое вкусное. На, вот. Нравится. Да. Ну что, с наступившим Новым годом вас всех. И вас, земляне, с наступившим Новым годом. Правда, уже не первый день прошел после Нового года. А если честно говоря, то, конечно, первый. Сегодня 1 января. Я хотел этот ролик выложить позже, а потом подумал, думаю, а что мне мешает его выложить прямо сейчас? Вот, лирик под елкой. Угостил икрою. Сегодня я ролик снимал, как Марсик ходил, детишек смотрел, Миркины. Пусть будет сегодня 1 января. Всех с наступившим Новым годом еще раз.